На днях работники жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания отметили свой профессиональный праздник. В Тверском дворце культуры «Химволокно» сегодня состоялась торжественная церемония награждения заслуженных работников. Юрий Викторович Арестов уже больше 30 лет трудится в своем родном предприятии «Тверь спецавтохозяйство». На тракторе он занимается уборкой улиц. Говорит, что работа нравится, но в последние годы стало очень непросто. Раньше было легче намного, сейчас очень много транспорта личного, все это усложняет. Очень сложно стало. С каждым годом все это осложняется. Но надо делать. Юрию Викторовичу и еще около 70 его коллегам вручили в этот день почетные грамоты и благодарности от губернатора и Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Среди награжденных было и немало представительниц прекрасного пола. Марина Пыпкина в своем муниципальном предприятии ЖКХ «Зато Солнечный» возглавляет планово-экономическую группу. Именно там распределяют средства на закупку газа для котельной, на зарплату, на налоги и многое другое. У нас многоотраслевое предприятие. Мы даем тепло людям, мы даем воду, холодную, горячую, водоотведение предоставляем. Все необходимые услуги коммунальные. Региональные власти уделяют самое пристальное внимание развитию жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, напомнил министр энергетики и ЖКХ Александр Цветков, зачитывая приветствие губернатора Игоря Рудени. Сегодня перед отраслью стоит множество важных задач, поставленных президентом страны. Важнейшие из них – создание новых стандартов качества жизни граждан и воплощение их в жизнь, отмечают в правительстве Тверской области.